Я пришел сегодня голосовать, чтобы изъявить свое желание выбрать своего президента. Это ж наше будущее. Выбираем, чтобы была правильная жизнь. Потому что считаю, что мой голос обязательно сделает так, чтобы в стране было лучше. Очень комфортно. Мы просто буквально подошли, вот тут очень приветливая женщина, которая все объяснила, все улыбнулась с настроением. Очень хорошо построено все. Пришел заранее с утра. Избирательный участок. Работа организована. Каждый человек должен, гражданин, прийти, выполнить свой гражданский долг, проголосовать, отдать свой голос. Потому что от этого зависит будущее нашей страны и тот, кто станет президентом. Но это, я считаю, что это очень важно. Я считаю, что это важно, во-первых, для нас, для данной ситуации в мире и для наших будущих, для детей и внуков. Я считаю, чтобы был мир на земле. Обязательно. Все должны так, как те поступаю я, и все остальные должны быть. А почему? Потому что тогда лучше жить будем за будущее нашей страны.